6 мая, в день святого Георгия Победоносца, Тараклей отмечает свой день рождения. В церкви, носящей имя святого, традиционно проходит праздничная литургия. Она и дает начало всем торжествам, которые проходят в городе в этот день. А в этом году Тараклей исполнилось 205 лет, тоже юбилей. Центральная площадь, как и в предыдущие праздники, стала эпицентром торжеств. В каждом ее уголке можно было найти развлечения на свой вкус и возраст. У здания районного совета развернулся детский городок с батутами, аттракционами и бесплатным планетарием. У парка была представлена выставка фотографий людей в болгарских национальных костюмах. Это был конкурс «Народное возрождение». Об его итогах подробнее в вечерней программе. А на обеденное время было запланировано официальное открытие праздника на новой сцене у Аллеи Славы. С поздравлениями к жителям и гостям города вышли представители городской и районной администрации и приглашенные гости. Тараклея – небольшой городок, но с единым сообществом. Мы – часть души Молдовы, со своим уникальным лицом, колоритом и традициями. Искренне поздравляю с годовщиной всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и развивать будущий город, кто выбрал его местом, где можно прожить жизнь и встретить старость. От имени районного совета, от себя лично, хочу поздравить вас с прекрасным праздником Днем города. Городу в этом году исполнилось 205 лет, а также с 200-летием Свято-Георгиевской церкви города духовным достоянием Тараклей. Сегодня у нас наш общий праздник. Какими бы разными мы не были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому. И во второй курок солнечный день, разрешите мне да ви пожелая, нека никуда този зов на сърцето към майка България, този зов на сърцето към трудолюбие и съзидание не спира във вашите сърца. Пожелавам ви Тараклея да я има след още 5 пъти по 205 години, да пребъде във вековете Тараклея и Тараклейки. Честит празник! От имени посла Российской Федерации Республики Молдова поздравить вас с Днем города и в этот особенный день пожелать городу расти и развиваться, каждому жителю помогать ему в этом, каждой семье и каждому тараклейцу мира, добра, любви, здоровья и успеха во всем. Программа мероприятий Дня города на центральной площади не прекращалась практически весь день, несмотря на палящее солнце и ветер, поднимающий клубы пыли. Но самое интересное, как обычно, было приготовлено для вечерней программы. После выступления тараклейской рок-группы «Гелиос» были подведены итоги фотоконкурса и награждены победители. У нас нет первых, вторых и третьих мест. У нас просто есть победители. Мы начинаем. Итак, заветный смартфон получает участник конкурса народного возрождения Болгарский Бусей Кирюша Кайряк. Я попрошу Кирилла Кайряк выйти на эту сцену вместе с папой. Очень красиво, фотография. Кирилл будет рожден на сцене. Давайте поаплодируем Кирюша, он молодец, и, конечно, молодец потом. С Кирюшей выходит его мама.
Следующий победитель нашего конкурса, наш конкурс народного возрождения. Герги Эмма, молим на сцену. И мы встречаем Эмму Герги. Красивая фотография. Давайте встретим ее аплодисментами. Эмма Герги. В костюме, национальном болгарском костюме. Браво! Следующий наш победитель. Цисель Андрей. Прошу на сцену. Замечательная форма. Давайте встретим обладателя. Скажем так, того, кто был на фотографии. Андрей, где лошадь, Андрей? Призы для участников, для зрителей праздник. День города всегда самый ожидаемый и любимый. И этот не стал исключением для жителей Тараклии. Я только пришел, и я очень рад, что попал на музыку, на концерт. Вот. И что наши ребята выступают и так хорошо играют. Вот. И атмосфера замечательная, мне нравится. Домой пришел, здесь весело, хорошо. Впечатление хорошее, праздник хороший. Сегодня очень хороший праздник для нас, и мы очень хорошо проводим время. Очень весело, очень красиво. Спасибо организаторам. Очень понравилось. Интересно детям, интересно взрослым. Всем интересно. Спасибо. Нормально, отлично. Чем занимались сегодня? Что делали? Гуляла. Чувствую праздник. Веселье, хорошо. Прекрасно. Я первую половину дня была с детьми. Детям очень понравилось, потому что для них было создано много условий для того, чтобы они развлекались. И планетарии, и горки, и карусели. Также понравился концерт. Все понравилось. Очень интересно было. И каждый год мы так справляем день рождения нашего города. И в дальнейшем я хочу, чтобы также наш город также процветал и царил. Чтобы в нем царил мир. Все было хорошо. Чем занимались сегодня? Где были? Что делали? Сегодня были в автопарке, катались на разных аттракционах, кушали сладкую вату, были слушали концерт. Очень интересно было и весело. Настроение отличное. Занимались, мы сегодня гуляли. Решили выйти развеяться. Давно не было такого. Ну, для нас, по крайней мере. Чтобы город насыщался, расцветал. Чтобы в городе было больше людей, которые радуются городу, и все будет хорошо. Мира, добра, счастья всем, здоровья, независимо от того, какой мы национальности, чтобы все жили в мире и в дружбе. Культура не имеет границ, и национальность, думаю, тоже не имеет значения. Всем мира, добра, счастья, здоровья. Желаю нашему городу процветания, конечно же, и всего хорошего. Чтоб процветал, чтоб рос в экономии, вообще во всех делах, чтобы он рос нормально. Дальнейшего процветания, ну и всего хорошего нашим людям, нашим землякам. Ну, чтоб было, дружно жили и жили в мире. Вечером до поздней ночи жителей Тараклии поздравляли ансамбль «Родолюбие», цыганский ансамбль «Энигма Ромилор», звезда молдавской эстрады «Янел Истрати», российская группа «Пропаганда» и праздничный салют.